Добрый день. Мы рады приветствовать вас вновь на нашем Каменском станкостроительном заводе. И сегодня хотели бы вам продемонстрировать работу станка серии «Бинарис». Данный станок предназначен для работы с пенопластом. Также он может работать с пластиком и с мягкими породами дерева. Управление станка осуществляется через программу MACH3. Станок имеет металлическую стальную сварную раму. Данный станок является 5-осевым, имеет 3 линейные оси X, Y и Z, также поворотную голову, ось B и ось C. Поворот головы осуществляется по оси C 360 градусов, по оси B 100 градусов в одну сторону и 100 градусов в другую сторону. Рабочий ход осей по оси X составляет 2 метра, по оси Y 3, по оси Z 2 метра. Все поверхности под направляющие косозубы рейки пофрезерованы. На станке установлен алюминиевый фазовый стол. Перемещение осей осуществляется по рельсовым направляющим фирмы Хивин с сечением 20 мм. Станок имеет шпиндель мощностью 2,2 кВт инверторного управления с воздушным охлаждением.